Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Мой сад». И сегодня хотела поделиться с вами радостной новостью. Сеяла я эустому Арена Ред и Рози низкая, белая, махровая. Ну и Арена Ред, конечно, красная, высокая, срезочная эустома. И давайте посмотрим, как она у нас зашла. Я просто очень удивлена. Семена это профессиональные. Если не ошибаюсь, плазма, а здесь у нас аэлита. Сеяла эту эустомку 14 февраля. Сегодня 1 марта. Поздравляю вас с первым днем весны. Наконец-то мы этого дождались. Весна идет, весне дорогу. И заглянем. Посмотрите, как тут зелено. Серединки. Это у меня был номер один. Это была эустома низкая, белая, махровая. Из 5 взошло. Вот. А по краю, в каждой, у меня было всего 2 пачечки этой Арены Ред. То есть 10 семечек, 5 таблеточек торфяных, в каждой по 2. Вот смотрите, 2. Тут тоже, может, вы видите, 2. Тут 2. Вот тут 1. И здесь тоже 2. Ну, представляете, в схожесть 100%. И даже еще в одном месте... Вот так поближе сделаю. Вот здесь вот 2 штучки даже. Представляете? Вот 2 штучки из одной проклюнулись. Так что мне 10 из 10 взошло. А там, мне кажется, просто я ее смыла куда-то, когда добавляла воды. Вот. Так что радости нет предела. Но в чем же секрет? Ведь у меня топ селс эустома Арена Ред через месяц не взошла. Давайте посмотрим. А дело, я думаю, все в том, что здесь семена, дата фасовки, представляете, январь 2021 года. Срок реализации до 2023 года. То есть эти семена были собраны в 2020 году. Они свежие. И я так подразумеваю, что Арена, ну, Ред вообще Арена, серия такая капризная. А расцветка красная, мы знаем, в любой культуре тяжело в цветах нам удается. И хуже развивается всегда, и медленнее. Вот. Поэтому, наверное, так же, как астра. Если семена будут свежие, то все взойдет хорошо 100%. Если нет, то нет. То есть по красной эустоме махровой высокой, я так скажу, покупайте свежие семена уже в этом году. Просто что нужно набраться терпения и ждать до последнего. И как только они появятся в продаже, быстренько покупать и сеять. А если они будут того года, то я думаю, даже лучше этим и не заниматься. Потому что взойдет хорошо, если 50%, а то и меньше. Вам желаю дружных сходов, хорошего будущего урожая. Всего доброго и до встречи на канале «Мой сад».